Сегодня в Чебоксарах открылся новый производственный корпус предприятия «Динамика». Здесь будут выпускать импортозамещающую технику. Современные приборы показали и главе республики Михаилу Игнатьеву. Вот такие приборы помогают контролировать работу электроники на предприятиях и предугадывать возможные ЧП. Устройство РИТОМ используют в самых разных отраслях. Спрос на эту технику в этом году вырос в разы. Если раньше подобные приборы многие стремились закупать только за рубежом, то сейчас все ориентируются на российские разработки. Сегодня идет глобальная замена там аналоговой техники на микропроцессор. Ну и как раз вот эта компания, вот компания «Динамик», которая и в новый корпус взяла, они ориентированы именно на исследование новых объектов, в том числе на новых партнеров, которые сегодня реализуют свои инвестиционные проекты. Необходимость в этом корпусе у предприятия появилась давно. Введение в эксплуатацию нового здания позволит внедрить новые производственные автоматические линии, значительно улучшить качество выпускаемой продукции, увеличить объемы поставок. Именно здесь будут разрабатывать новые модификации приборов. Главе республики показали устройство, которое начали испытывать в этом году. РИТОМ-61 выдерживает любые нагрузки. Этот прибор сбрасывали со второго этажа, по его корпусу проезжали на автомобиле. Конструкторы уверяют, на устройстве не осталось ни царапины. Сейчас вот эти вот устройства, они помогают нам, по сути дела, ну просто узнать, какой запас прочности устройства должен быть, вообще о чем вести речь. Кроме того, что он выдерживает удары, мы считаем, что это будет один из самых лучших в мире приборов в своем классе. На предприятии решили и другую проблему. Для испытания приборов на качество здесь закупили новое оборудование. А для повышения квалификации сотрудников открыли и учебный класс. В «Динамике» уже намерены расширить отделы конструкторов и разработчиков. Глава Чувашии отметил достойный уровень зарплаты на предприятии, даже в непростые для экономики времена. Полагаю, эти трудные времена пройдут, ситуация улучшится. Понятнее составляющие импортные, по комплектующим изделия. Я хочу поставить задачу перед молодыми, умными, талантливыми, целеустремленными сотрудниками, Владимир Николаевич, чтобы они и эти комплектующие научились производить на территории Чувашской Республики, на территории Российской Федерации. Эти задачи работники предприятия пообещали решить в ближайшие годы. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.